Сменив привычные галстуки и костюмы на более удобную одежду, присоединились к субботнику. Депутаты дагестанского парламента, участники акции убрали территорию сквера имени Мирзабекова в Махачкале. Очистили от сухих веток, листьев и мусора, собрали скошенную траву. Первый вице-спикер Юрий Левицкий поблагодарил коллег за плодотворную работу. Проведение таких акций стало уже хорошей традицией. Они сплачивают людей, прививает любовь к своему городу, природе. И сегодня мы вносим, может быть, небольшой, но свой посильный вклад, чтобы наша столица, наша Махачкала стала чище, красивее и благоустроеннее.